Удивительно, что ребенку труднее отделиться от тех родителей, которые уделяли мало ему внимания, не ласкали его, не проявляли свою любовь, не показывали ее. Казалось бы, проще уйти оттуда, где плохо, но не все так просто. Ребенок, который не получает любви и ласки, все равно тянется к ней. И если он не получил достаточную дозу внимания и любви в детстве, то он будет продолжать пытаться получить ее уже во взрослом возрасте, постоянно ожидая от родителя изменения поведения, пытаясь заслужить тем или иным образом то, что недополучил, тем самым затрудняя и отодвигая сепарацию. С.Белковский. От себя добавлю, что не только у родителей будет заслуживать, а у всех подряд. И кончится это может только полным проживанием бессилия и невозможности. Служба за любовь – очень горький опыт. Но важный, наконец, признать невозможность. Встреча с эмоционально невключенными людьми и отойти в готовности. Уже к другим теплым отношениям. Но это уже другая отдельная длинная история взросления. Задержка.